В этом году, помимо соревнований танцоров брейк-данса и хип-хопа, прошли турниры по уличному баскетболу и воркауту, лекции о паркуре, граффити, слэк-лайну, мастер-классы в батутном центре и танцевальные мастер-классы от именитых судей. Появились и новые номинации «Armless Battle» – в танце нельзя задействовать руки, и «B-Girl» – номинация только для девочек и девушек. Вход на фестиваль для зрителей был совершенно бесплатным. Танцоры соревновались за главные призы фестиваля, поездку и участие в финале Европейского чемпионата уличных культур во Франции. Туда по итогам турнира отправится сочинский коллектив брейк-данса «Outstanding Family».